Рада приветствовать вас на канале «Школа здоровья». Меня зовут Наталья Кондакова, я доктор натуропатии, нутрициолог и ароматерапевт. Сегодня мы поговорим о биодобавках, о том, что это на самом деле и стоит ли ждать побочных эффектов от их приема. Есть две категории людей, с которыми я сталкиваюсь. Те, кто вообще не верит в работу биодобавок, и те, кто уверен, что это панацея и волшебная таблетка. Так вот, сегодня мы с вами развеем эти мифы, потому что никто из них не прав. В этом видео мы поговорим о том, что такое биодобавки. Могут ли быть от них побочки и какие? А в конце я расскажу, что делать, если добавка, которую вы принимали, вызвала негативную реакцию. Итак, БАД – биологически активная добавка. В нашей стране репутация этих продуктов и этого названия подпорчена историей о том, как некие люди ходили по квартирам и продавали непонятные баночки за большие деньги, обещая исцеление. Чудо не происходило, а деньги были потрачены. Но печаль в том, что продавались эти добавки людьми, абсолютно несведущими в их действии. Вообще-то в добавках нужно разбираться и разбираться в нюансах работы организма, чтобы понимать, что и зачем нам нужно и нужно ли вообще. Этим занимается грамотный специалист, нутрициолог, который знает все нюансы. И вот вопрос. Работают ли добавки? Что такое сама по себе добавка? Это не лекарство, нет. Это экстракты трав, микроэлементы и витамины, аминокислоты, вытяжки из растений, которые встраиваются в обменную систему организма и помогают ей лучше работать. На то, чтобы встройка произошла, нужно время. Поэтому добавки никогда не работают быстро, в отличие от лекарств. В среднем нужно 2 или даже 5 недель, чтобы почувствовать эффект, а иногда и дольше. Вот, например, всем известная омега-3. Принимаешь ее и особо ничего не ощущаешь. Но, как правильный здоровый фосфолипид, омега формирует мембраны клеток, а значит, улучшает работу рецепторов клеток, проницаемость к вирусам, ну и много чего еще. Чтобы построить мембрану клеток, нужно время. Воздействие добавок происходит очень мягко и аккуратно. В моей практике иногда пациенты начинают принимать некоторые добавки и чувствуют неприятные симптомы. И сегодня мы разберемся, почему так. Я буду показывать на примерах самых частых проблем. Например, при приеме магния может возникнуть диарея. Чаще всего это происходит на форму цитрата магния. В этом случае просто меняем форму на малат или таурат. При приеме магния глицината могут быть активные мешающие спать сновидения. Это связано с тем, что глицин в составе магния глицината оказывает действие на нервную систему. Поэтому в этом случае просто нужно поменять форму. Глицин – это аминокислота, которая применяется для усиления успокаивающего эффекта, но она может как тормозить, так и будоражить нервную систему. Поэтому у некоторых будет вызывать возбуждение и нарушение сна. Здесь просто нужно понимать, что в этом случае глицин вам не подходит. Йод. Многие боятся йода, считая, что он может повышать тиреотропный гормон и повышать антитела при аутоиммунном тиреоидите. Но это нормально. Йод повышает тиреотропный гормон тиреоид иногда в несколько раз. При этом это вообще никак не связано с гипотиреозом. И человек чувствует себя при этом нормально. Еще йод может вызывать прыщи на лице или попе, потому что йод – мощный хелатор и начинает выводить из ткани тяжелые металлы в кровь. Отсюда вот такой эффект. В этом случае нужно добавить энтеросорбент на пару недель. Например, еще человек принимает В-комплекс и вдруг покрывается красными пятнами, его бросает в жар, и он считает, что это аллергия на витамины группы В. Но это всего лишь флеш-эффект витамина В3, ниацина. Чем больше дефицит в организме В3, тем сильнее этот флеш-эффект. Какой выход? Применять добавки с ниацином, который называется NoFlash. После приема комплексных витаминов моча вдруг становится желто-зеленого цвета и даже флуоресцентной. Это реакция на В12, и это совсем не опасно. Многие при приеме омега-3 отмечают боли в правом подреберье. Омега-3 – это жиры, которые могут резко открывать сфинктер желчного и спровоцировать резкий выход желчи и дальнейший спазм сфинктера. В этом случае нужно просто снизить дозу омеги. Грамотный специалист, нутрициолог, всегда знает, как нивелировать нестандартные эффекты на прием добавок. Кстати, если вы нутрициолог, врач, ЗОЖ-специалист, я приглашаю вас в свой телеграм-канал «Практика нутрициолога». Там все для вашего развития. Ссылку я оставлю здесь в описании к этому видео. Ну и самое главное. Биологически активные добавки работают тогда, когда работаете вы над своим здоровьем, питанием, физической активностью. Когда вы любите свое тело, а добавки принимаете, чтобы процесс шел быстрее или восполняете дефициты.
Вот тогда они точно сработают. Это я вам как практик говорю. Еще больше практической информации для своего здоровья вы найдете на моем канале. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. А я жду вас в новых видео.